Главное, безопасность, ребята. Все отлично, ребята. Как мы видим, не работает. Результат тот же. Твою мать! Надо керосинчик добавить. Наша ракета покакала. Свидание, наш ласковый мишка. Так наша команда подъезжает к секретному полигону. Давай, поворачивай. Прям заверни. Здравствуй, наш юный, не юный, зритель. Старый. Ну, вообще, любой зритель, здравствуй. Мы неоднократно заявляли, что не бросаем дела на полдороги. Всегда заканчиваем то, что начали. И вот сегодня наконец-то механизм был полностью переработан, материалы заменены на более легкие, и возможно сегодня наш шарик полетит в небо. Также мы доработали еще на всякие пожарные ракетные носители. Но если это... он не полетит, то попробуем. Он полетит, ребята, это обещаю вам. Итак, без лишнего пи***жа, приступим к запуску шара. Нет, это еще пи***я, он сгорит. Горит вообще? Может, керосинчик? Возможно, дефект в конструкции уже сделал свое дело. И мы сегодня посмотрим, как очередной шарик сгорел. Ну не зря же наша телепередача так называется. Лети, родненький. Тебе лучше полететь, потому что в противном случае у нас есть 4 ракеты. И бутылка керосина. Просто после того, как мы его подожгли, мы вряд ли уже с тобой сможем зайти на дырку. Как бы стоило подумать над этим. Не получается, я думаю, да? Не, она слишком большая. Будет еще одна серия. Ой-ой, он улетает. Я думаю, у нас будет еще одна серия про шарик. В следующий раз мы не будем играться с ним до запуска. В общем-то, я думаю, вот из-за этого он не летит. Он, что самое удивительное, он бросается. Он, в общем-то, не горит сам. Он явно не пропитан селитрой, как вся остальная наша бумага. А вот. Все. Блин, ну это мы уже точно не починим. Главное верить. Это тот уникальный случай, когда и сказать-то, в общем-то, нечего. Но неудача нас закаляет.
раз уж наш очередной шар сгорел, давайте я вам расскажу о том, чем мы планировали его в случае чего запустить дополнительно. В нашем арсенале 6 самодельных ракет на топливе с селитрой, так называемое карамельное топливо. Раз шара нет, попробуем их запустить самостоятельно. Ради науки мы можем позволить себе абсолютно все. Мы не щадим себя, ребята. Итак, мы готовимся к запуску нашей чудо-торпеды. Я думаю, прятаться нам не придется. Бояться тут абсолютно нечего. Александр, пожалуйста, приступайте. А через сколько, вы думаете, загорится напал... Михаил? Главное, безопасность, ребята! Игрок я еще тот. Главное, с душой. Ты душу нарвешь просто. Как обычно, все наши кулибинские изобретения, мягко говоря, не сработали. В простонародье говорят, просрали. Поэтому, чтобы хоть какой-то акшон добавить в нашу сегодняшнюю серию, хоть элементарный, мы вот со Михаилом приготовили небольшую пиротехническую зарисовку. День разочарования. Три серии подряд ебаный шар запустить не могу. Уже даже купили его в магазине, готовый для долбоеба. Только подожги и отпусти. Его, блядь, порвать умудрились до съемки. Экстремалы херово. Давай магнит обратно кидать. Как он не оторвался, то до сих пор я собираюсь и поехали бухать. Научный эксперимент с Мишей. Мне проще в канаву нахуй вернуться и ногу себе сломать. Не работает. Камеру вот не выключил. С остервенением, Александр. А!
могу советовать вам подписываться на наш канал. Ставьте дизлайки и пишите в комментариях, что мы м***ки. До следующих. А и следующих не будет сегодня. Красота-то какая!